Славки нет! Славки нет! Славки нет! Славки нет! Их все-таки услышали. Жители Березовки, похоже, вздохнули с облегчением. Рядом с их домами хотели построить мусорный кластер с сортировкой и переработкой отходов. Как только появилась новость о возможном строительстве экотехнопарка, люди забили тревогу. Местные боятся, что полигон может загрязнить их земли, реку, боятся зловония. Это не заброшенные земли. Рядом земля пашется, сеется. Рядом сеется злаковые. Сейчас там растет картошка. И вот эта картошка пойдет в небезызвестные сети торговые. По информации инвестора, земельный участок в Первомайском районе соответствует требованиям санитарного и природоохранного законодательства. И несмотря на то, что говорить о возведении объекта было рано, жители начали экстренно собирать подписи к губернатору. Сегодня проблему обсудили в правительстве края. Решение принято окончательное. Строить экотехнопарк в Первомайском районе не будут. Решение о строительстве таких объектов, о переводе земель сельхозназначения в категории земель под строительство промышленных объектов рассматривается всегда на заседании рабочей группы, в котором участвуют несколько управлений и министерств. Взвешиваются все за и против. При этом обязательно учитывается мнение населения. Вот только по данным Росприроднадзора, резерва Барнаульского полигона хватит всего на 2 года. Экотехнопарк в Первомайском районе мог решить эту проблему. А пока мусорный вопрос остается открытым. Ирина Корчагина, «День с толком».